motherfucker. Васап, ребятки, с вами канал Ali Game, Let's Play Rack. Это игра Subnautica, игра-песочница с открытым миром. А главной особенностью игры является то, что все действия происходят в инопланетном океане, куда по сюжету упал ваш космический корабль. Выжил только один человек, то есть в данном случае мы, игрок. У него есть только спасательная капсула, все необходимое для жизни и ее защиты ему придется добывать самому. На чем мы остановились в прошлый раз? Мы искали КПК. КПК с кодами доступа к каюте капитана для того, чтобы узнать дальнейшие действия по эвакуации с данной планеты. Обыскав некое количество капсул, мы ничего не обнаружили. Также получили сигнал с четвертой спасательной капсулы, но на карте мы ее не обнаружили. Я очень долго задумывался над тем, почему, как так, где она, что здесь стало, может ее собирали. Ну, в общем, я так повспоминал и нашел все-таки, где четвертая капсула спасательная. Нам была дана подсказка, что она была возле Авроры непосредственно. Недолго думая, я начал бороздить вокруг Авроры и нашел ее. Это та самая капсула, которая находилась сверху, в которую мы, кстати, уже отправлялись. Рядом мы наш капсулу времени. Просто я забыл, что это была та самая четвертая капсула спасательная. Она находится здесь, возле Жнеца. Главное, да, кстати, подсказка была, что ее атаковал Жнец. Вот она, ребят, четвертая спасательная капсула. Но насколько мне известно, здесь ни хрена ничего не было. Давайте исследуем ее еще раз. Может быть, там что-нибудь на дне есть. Может, я что-то пропустил? Давайте проверим сначала тут. Тут вроде как ничего нет. Там плавал у нас Жнец, которого мы грохнули. А вот она, капсула номер 4. Самое удивительное, мы были в этой капсуле, мы взяли улучшение, но мы не взяли КПК. Смотрите, ребят. Я дура, короче. Ладно, ничего, не расстраиваемся. Бывает. Хорошо, что мы вернулись, да. Журнал экипажа спасателей капсулы номер 4. Отлично. Загруженные данные. Выжившие с Авроры. Экипаж номер 4. Всем сотрудникам Альтеры. Приземлился в районе с высокой инопланетной активностью. Встретил хищников класса Левиафан. Очень агрессивный. Одна особь пыталась проглотить капсулу, нанеся значительное повреждение. Единственный приемлемый вариант – добраться до безопасной зоны на месте крушения Авроры. Плыть придется больше, чем работает приманка, но это как раз должно хватить, чтобы отвлечь их. Если вы не найдете меня на борту корабля, значит я просчитался. Ну что сказать, пацан, наверное, не доплыл. На корабле Авроры я его не нашел. Мы облазили всю Аврору, там никого не было, значит, он не доплыл. Так, мы поняли, что из четвертой капсулы никто не выжил. Предлагаю теперь отправиться на исследование обломка. Как-то проплывая мимо ямы. Да, кстати, той самой. В прошлой серии я обнаружил некий огромный обломок, который, как мне выдала база, может быть, предположительно, обломком Дегази. Я его пометил, хоть и точка контрольная у нас исчезла, но все же, мало ли мы туда вернемся. Не предлагаю сегодня исследовать, а дальше отправиться на поиски капсулы номер 12. Ну что ж, сейчас узнаем, что там есть вообще. Шороху наведем. Главное, чтобы шорох не навел нас. Вот, значит, сюда приплываем мы, и вот видите, короче, огромная щель, монстр-щель. Как обычно, уже привычные для нас древние поплавки удерживают куски грунта. Так, я помню, что где-то я здесь видел обломки. Где вот только эти обломки я здесь видел? Спустимся еще ниже. Вот они. Аккуратненько. Смотрим, нет никого впереди. Посмотрите, ребят, какой огромный кусток вообще здесь лежит. Я предлагаю высадиться на исследование. Я немножко вот так буду подсвечивать камерами, дабы охватить большую зону светом. Найс! Пришло время исследовать эти обломки. Ух ты, ребятки. Это то, что я искал. Фрагмент бура костюма краб. Он поможет нам добывать ресурсы из крупных формирований минералов.
Помните, я вам в прошлой серии показывал. Nice. Отлично. Я, кажется, немного испугался. Открыть ящик с данными. Мы типа изучили приманку для существ. Теперь мы ее можем создавать. Отлично. Так, а это что у нас? Фрагмент двигателя циклопа. Мы уже изучили полностью циклопа, поэтому нам нет смысла изучать этот фрагмент. А теперь начинаем самое главное. Изучать крупный обломок. Охренеть. Огромная ж была... Это посудина. Так, опять фрагмент циклопа. А это что? Тоже фрагмент двигателя циклопа. Прям одни двигатели циклопа. Давайте найдем вход у этой махины. Посмотрим, что там внутри. Мне кажется, первый вход нашел. Сейчас, правда, вот тут вот немного... Да нет, вроде все мы просмотрели. Давайте зайдем внутрь. И что тут у нас? Пока ничего. Сундучок, в сундучке аптечка. Эта дверь у нас заблокирована. Все это мы изучили, все эти предметы интерьера мы изучили. Шкафчики закрыты. Сканер пока ничего не обнаружил. Следующая дверь. Так, какая-то рука. Фрагмент руки захвата костюма краба. Отлично. Я чувствую, мы сейчас краба здесь откроем полностью. Так, давайте вернемся, наберем кислорода. Вот у нас есть дверь, которую нужно будет скрыть. Для этого нам понадобится наш резак. Найс! Что тут внутри? Есть что ценное? Да, тут дохера, короче, всего. Смотрите, ребятки. No signal. Очень ценно. Нет, на самом деле, смотрите, вот. У нас есть какое-то улучшение. Что это? Нихера. Мы это, походу, уже знаем. Вот, в руки. Фрагмент пропульсионной пушки костюма краб. Во! Ну, энергоячейки, само собой. Здесь мы открыли их уже на прошлых наших обломках. Мы их все нашли. Найс! Синтезирован новый чертеж. Пропульсионная пушка костюма краба. Напомню, пропульсионная пушка – это такая штука, которая может поднимать тяжелые предметы и передвигать. Как Half-Life. Как они говорят, что ты не играл в Half-Life. Так. Здесь у нас что? Аптечка. Надо захавать. Терминал базы данных. Загрузить. Приложение А14. Инструкция по технике безопасности костюма краба. Не забирайтесь и не слазьте с движущегося оборудования. Да, мы как-то раз на ходу решили выпрыгнуть из мотылька. В общем, потрачено. То же самое, походу, с костюмом краба. Вот здесь. Ну, пока ничего, по сути дела. Здесь у нас аптечка. Слушай, много аптечек что-то. Диатезирован новый чертеж. Ласты зарядка? Что за ласты зарядка? Надо будет почитать. Здесь, походу, ничего, да? Так, где там пропульсионная пушка у нас? У нас очень мало кислорода, поэтому вернемся обратно. Офигенно, смотрите. Нижняя шахта и большой аквариум. Огонь. Я его долго искал. Вот это действительно круто, ребят. Так, здесь какая-то вентиляция есть. Я вообще на самом деле не люблю в эти вентиляции спускаться. Один раз мы уже спустились. Сдохли 4 раза.
Так, а куда мы шли? Мы оттуда пришли вот сюда, да? Давайте откроем эту дверь. Найс! Ну вот, по сути дела, мы и прошли всю эту... Да? Ну да, смотрите, мы полностью прошли все ячейки неожиданности этого космического корабля. Открыли много интересного. Ну, я думаю, здесь больше нечего нам искать. Ну, кроме того, что если проплыть сверху, то... Может быть, что-то здесь будет, что мы могли пропустить. Но брать мы такие, короче, нормальные. Везде залезли. Опять двигатели. Да, здесь, походу, все. Предлагаю отправляться дальше. Но прежде чем мы отправимся на поиски 12-й капсулы и осмотра ее на месте крушения, я все-таки решил временно приостановиться и построить вот такие вот замечательные аквариумы. Их два штуки. Один малый, в который я заселю еще рыбок, и один огромный для исследования животных, живущих на этой планете. Я их заселил вот такими интересными растениями, забрал несколько рыбок. Какое существо? Бумеранг рыбка. Да, отлично, смотрите, она плавает, не сдохла. И вторую, тут сказано, что если каждой твари по паре собрать, и если будут благоприятные условия, то они начнут размножаться. Тем самым я смогу пополнить биом, который так хорошо пустошил. И поплавка сейчас выпустим. Ну вот, мой любимый поплавок. Его, прикиньте, нельзя здесь выкинуть. А я так хотел, но он же такой клевый. Ладно. Следующая рыбка. Следующая рыбка будет Реджинальд. Съедобная, вот такая вот интересная, короче. Отлично. И парочку ей, короче. Прям огонь. Так, кто у нас на очереди? Рыба Гэри. Я так понял, она очень похожа на улитку. Что-то пищит, кстати. Вот они, две рыбы. Дальше пискун. Очень распространенная рыбка. Очень вкусная, очень съедобная. Но мы будем их выпускать в наш аквариум, дабы здесь как-то было оживленно. Рыба-пузырь. Вот такая вот надутая рыбка. Очень огромная по сравнению с остальными рыбками. Но не менее интересная. Ну а теперь мы выйдем из аквариума и посмотрим на это все сверху. Что у нас в итоге получилось? Ну отлично! У нас классный живой аквариум. Ну вроде выглядит все здорово. Да. Теперь самое интересное. У меня есть яйца существ. Вот у меня есть какое-то неизвестное яйцо. Смотрите, икринка упала. Все. Будем наблюдать. У меня есть еще другие яйца. Вообще я прям на сетка. Так. Давайте сюда. Вот у меня есть походный контейнер. И смотрите, здесь у меня есть очень много интересных существ. Яйцо существа, опять-таки, неизвестного. Вот такого еще неизвестного. У него такие вот неизвестные. Когда я плавал в грибном плато, я нашел старое грибное дерево, в котором нашел вот такую интересную... Такое интересное яйцо существа. И мне прям безумно интересно знать, кто это. Потому что оно прозрачное. И, по крайней мере, там есть какой-то проблеск очертания этого существа. Я, по крайней мере, такого не видел. Будем смотреть, что из них вылупится. Вот, смотрите. А это что? Это я выкинул или вы уже наметали тут икру вообще? Так, мамаша, чья икра, я не пойму. Кто тут сбросил, что происходит? Кто потерял яйца? Так, ну пусть они вылупляются, а мы поплывем смотреть капсулу номер 12. Потому что я так полагаю, что это длительный процесс, и все происходит не прям сразу. Или прям сразу, или не сразу. Ну, давайте подождем немножко. A few inches later. А вдруг сразу сейчас как начнут метать. Day two. Это был лихой Юрский, да, мы развивались как могли. Day three. А сколько, интересно, по времени нужно ждать? Day four. Three weeks later. Сколько, интересно, уже прошло? Many months later. Там сказано очень быстро. Six months later. Что, медленно так? 298 frozen patties later. Может, яйцо уже тухло?
Ну вот этот хоть видно, что развивается. Понятно только в какую сторону. Оно шевельнулось. Не, очень долго ждать. Давайте отправимся на поиски 12-й капсулы, после чего придем обратно и посмотрим. Жизнь в аквариуме бурлила, а мы отправились на поиски 12-й. Нихера, как он низко проплывает. А мы отправились на поиски 12-й капсулы. Так, главное эту гадину не зацепить. Сейчас проверим, что у нас там по энергоячейкам. Вроде все нормально. Капсула номер 12 опустилась на дно. Так, очень низко проходим. Главное не цепануться. Предлагаю дальше вести наблюдение с камер. А мы здесь, по-моему, были, да? Плато Грибной лес. Но мы все время уходили куда-то на дальнее плато. Ну, то бишь слева, там, которое второе. Вот оно. Нет. Вот, Грибной лес 2, да. Мы там тусили все время. А здесь как-то мы, короче, этот момент упускали. Да, тут интересно. Слушайте, а этот грибочек ведь можно посадить, да? А я хочу прям с большого собрать. Вот с этого, с гигантского материала. Кольцевик. Будем пополнять наш аквариум различными редкими видами. Так, ребят, капсула номер 12. Мы прям возле нее. Отправляемся на исследование. Не такая уж и большая у нас глубина, я вам скажу. Я думал, что, конечно, она будет находиться глубже. Сразу избавимся от неприятностей. Это пока мы будем исследовать, они нас очень сильно будут доставать. Капсула номер 12. Что у нас здесь? Ничего, это был какой-то рецепт, который мы ранее исследовали. Что у нас внутри? Внутри у нас КПК. Бортовой журнал медпомощника Данби, капсула номер 12. Обязательно прочтем, что он нам оставил за сообщение. Можно плыть отсюда. Я так понял, он нас хочет захавать. Ай, это было больно. А почему его не замыкает? Вот мне всегда было интересно. Чисто гипотетически. Его должно же как-то закоротить, я не знаю. Что у нас из исследования? Так, бортовой журнал. Секундочку. Нас тут пробуют на прочность, ребятки. Нас атаковали. Ну, держитесь, мадафака. Я вам сейчас покажу, короче. Да, мазапака, будешь знать, как мою лодочку трогать. Вот так вот. Я еще не закончил. Ну вот, я потерялся. Отлично. Одну проблему мы решили. Я думаю, больше он не будет нападать. Летучное яйцо ласки. Изученное гипнотизера. Трусоватого ската.
Ребятки, мне кажется, у нас яйца вылупились. Огонь. Да, походу, короче, у нас там размножение полным ходом идет. Надо вернуться домой и посмотреть. Где я вообще плыву? Кто-нибудь знает? Нихера ж не видно. Врат мне ноги вообще. Я тебе кричу вообще. Смотри, какая штука, короче, на нем. Это родинка. Возможное жилище Тегати. Да, мы сейчас отправимся туда. А чё, оно так рядом находится? Итак, мы прибыли. Так, смотрим, база данных. Бортовой журнал медпомощника с капсулы 12. На самом деле, я не доктор. Я знаю, что написано в моем удостоверении, но я никогда им не был. Я обманом сдал экзамены по медицине. Зачем современному доктору знать, как вручную вправлять кости, когда в последний раз лучший хирург на свете на самом деле вскрывал кого-то? Для этого нужны роботы. Современный доктор читает диагноз компьютера, для этого я вполне компетентен. Но что проку, если я не подключен к основной сети? Я истекаю кровью. У меня на руках растут светящиеся зеленые наросты. Я провел самосканирование, и мне пишут, что у меня раздражение кожи. Все, чему я научился в медучилище, это как врать поубедительно. Из какого черта я должен знать о том, как лечить инопланетную болезнь? Похоже, тут внизу я и умру. Disease.